каждый из нас может начать прямо сейчас, независимо от того, где мы находимся. Не нужно ждать идеальных условий, потому что они никогда не наступят. Важно сделать первый шаг, даже если он маленький. Помните, что каждый великий путь начинается с простого движения вперед. Рузвельт говорил, что маленькие шаги ведут к большим изменениям. Так давайте не будем откладывать на завтра то, что можем сделать сегодня. Каждый наш шаг, каждое действие – это вклад в наше будущее. Не бойтесь ошибаться, ведь именно через ошибки мы учимся и растем. Начните сейчас, и вы удивитесь, как быстро сможете изменить свою жизнь.